не бойтесь, женщины, взял на время. Ой, зачем они тебе? Сражаться с Фортинбрасом? Ну и что нам Фортинбрас? Наше дело кормить высокое начальство, да, а стратегия не политика, не для кухни. Не говори, кухня способна влиять на политику. Кухня – это оплот мира и очаг войны. Помнишь, как из-за одного единственного гвоздя в Ромштексе я сорвал альянс со Швецией? А граф Фокс, который хотел разорвать нас из-за пограничных конфликтов, совершенно ошалел от моей телятины с грибами, обняк и принял все наши условия. А на что тебе доспехи? Сражаться на кухне? О, женщины, вам имя любопытство. Гомлет! Гомлет! Я твой отец! Он решил притвориться призраком короля и напугать Гамлета. О, ничего себе шуточки в твоем-то возрасте. Ну-ка, опустите мне забрало. Как я выгляжу? Поразительное сходство, поразительное. Вылитый отец Гамлета, особенно с опущенным забралом. Ну-ка, пройдись. Похож на крутую креветку перед дракой. Доспехи мешают. И сапоги огромные тоже мешают нормально передвигаться. Всем призраков шаркающая походка. У крутых креветок тоже. Помогите мне! Надо смазать железо и забрать.